идет подача заявления по отказу от вакцинации, той, которой объявил Владимир Владимирович на днях, что необходимо будет привить 2 миллиона граждан. Это, конечно же, нас возмущает, потому что если он говорит о том, что будет 2 миллиона привито в декабре и 60 миллионов в следующем году, то я думаю, ни о какой, конечно, добровольной вакцинации речи нет. Это практически все взрослое население. Конечно, нас не будут там как-то заворачивать нам руки, да, и ставить принудительно, но я думаю, будут созданы механизмы, которые заставят нас эту принудительную вакцинацию сделать. Мы первопроходцы, но думаю, что все остальные люди к нам присоединятся. Есть понимание, что за нами дети, за нами наше будущее, поэтому мы должны относиться к этому очень серьезно. Присоединяйтесь, подписывайте заявление, относите в соответствующие инстанции.